Всем яну, друзья, с вами Пуховик, KitKat и Энфрис, и мы сегодня играем в Payday 2. Мы сегодня будем грабить магазин бриллиантов, за него нам обещают на четверых 185 тысяч. Ну, на четверых, потому что там еще бот, которому мы почему-то... которому какие-то отступные платим. Хотя он нас прикрывает, на самом деле, иногда. А можно стартовать уже. Так, что нам нужно? Ребят, Энфрис, ты выбрал миссию, ты должен нам инструктаж проводить. А, все, тактика. Давай задание, сначала задание давай, смотри. Из ювелирки 4 сумки надо украсть. Мы здесь были уже. Это, по-моему, другая ювелирка. Да, другая, чуваки, другая. Так, я сейчас пойду попробую сбоку осмотреть, что там происходит. Что, там много всего денег? Чуваки, здесь можно взорвать. Здесь вот так. Ну, короче, здесь можно сбоку дверь взломать, если в режиме маски быть. И можно на второй этаж, но здесь камера. Так, блядь, надо сначала все осмотреть прям. Надо прям. Камеру из пистолета убить? Есть, да. А, давай попробуем. Меняем. Давай. Тут чуваки будут ходить обычные. Ты, Энфри, ты справа пали, я буду слева палить. Чтобы, если что, шухи. Давай, давай, давай. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Такие, я тут палю такой. Это надо музыку как в лифтах включает, который, когда едешь долго-долго. Отлично. Давай. Стоп, мы заходим. Сейчас я проверю, что там. Тут полицейский, тут полицейский. Заходи, убивай в голову. Давай, заходи, убивай, заходи, убивай. Отлично, отлично. Сейчас можно камеры вырубить будет. А ты должен, я без маски не могу. Отключить их нельзя, да? Так. Аларм, да что, кто включил? Блин, да он мудак. Взламывай, взламывай дверь пока. Твою же мать, а. Так, да и пусть лучше бы. На улице кто, наши, не наши? Окей. Ладно, к черту. Ты по ней выстрелил, да? Бежит. Там много полицейских уже бежит. Да, 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 да. Они уже прибыли. Давайте, давайте, давайте. Так, если что, скажите, какой вход надо заминировать будет. Да? Сейчас центрально заминирую, погодите. Блин. Тут уже спецназовцы. Твою мать. Давайте, давайте, собираем, собираем все. Ой-ой, гранаты летят. Ой-ой. Летят гранаты. Давай, KitKat, отходи, я минирую. Отходи. Окей, отхожу. Ладно, сейчас. Это, KitKat, отойди, а здесь заминирую эту херню. Да в жопу ювелирку. Тут наших... Наших валят. Хокс, надо стрелять же ты. Но мы туда уже не спустимся. Все, там куча спецназа. Там просто его вау. Минировать?
Так, я заминировал сюда, чтобы они пока что не заходили сразу уж. А, бесплатно по акции, со скидкой. Нормуль, нормуль, нам выход нужен будет. Там у нас далека копы бегут. Давай. Нормуль. Нормуль, нормуль. Да хватит лезть сюда. Хватит сюда лезть. Давайте, норм, ребят, я тут окно держу. Вот мать их, тут много слишком. Так, все, грузовик готов, грузовик готов. Какой рюкзак еще? А где его взять? Ну да. Да? Сейчас из сейфа. Я не знаю, я много чего воровал, но может быть я что-нибудь нужное не своровал. Дайте мне бумагу от принтера, я не знаю. Вижу, активирую. Прикройте, активирую. Блин, как же все сложно-то. Давайте, мужики, давайте. А вы как вы поднимете, здесь мина стоит? Ну, конечно. Ну и супер. Может, она вообще не активирована какая-нибудь? Шарит, да? Так, давайте я тоже что-нибудь возьму. Ну, что вы там? Все собираете. Все собрали без меня, блин. И такие... Ой, тут как много всего-то оказывается. Не, нормально тут собрал. Может быть для каждого игрока тут... Может, но у меня сумки нету. Где джел? Бэк. Блин. Отлично. Давай, давай, давай. Там внизу и дохерища. Есть, подорвались. Сзади, сзади прессуют. А, нам напоминают. Ну и да, да, да. Отлично, нормуль держим. Почему у меня сумки нету, так не пойму. Нет. Может быть, сейчас узнаем, ребят. Да что ты перекатываешься, сволота полицейская? Когда же этот сейф взорвем? Ну можно же без шума пройти. Почему мы дальше 3 метра без шума не можем пройти? Его сейчас воскресят. Нормуль все. Отлично. Отлично. Бабло в нем. 5000 всего взял, Баблинского, и все, мне ничего не дали. У нас сумок нету, может ее где-то найти надо в специальном месте. Так у нас сумок нету, 4 штуки. Нету. Не все. С7.
соседние магазины. Блин, я не знаю, ребят. Тут везде копы, мать их. Нормуль. Так, ребят, ну что мы ищем-то? Я тоже, чуваки, не понимаю. Да нет, надо какую-то специальную вещь. Может быть, найти. Отстреливаюсь, поднимаю. Steel and Secure Jewelry. Что, блин? Что им от меня надо? Мы все же уже почистили. Какие еще колечки? Пацаны, какие еще колечки? Черт! Ха-ха-ха-ха, прикройте. Да-да-да-да, бегу. Давай, отходи, отходи, посмотрю, смотрю. Смотри, смотри, смотри. Окей. Фух, отлично. Ограбление удалось. У тебя больше точность, кстати. А в этом статы. Крюстац. Крюстац. Ренат три раза убил. 76 тысяч мне дали. Чуваки. Класс. Неплохо. Миссия, в принципе, неплохая. Да, тут еще купить надо за миллион денег. Не знаю, нам тут горбатиться на это оружие еще год, блин. Лучше на завод идти. О, мне пистолет дали и увеличенный какой-то магазин. Увеличенный магазин класс. А тебе наклейку дали, Инферно. На маску. Что ж, ребята, вот такое было замечательное ограбление большой ювелирки, или наоборот, маленькой ювелирки. А скоро вернемся, я думаю. Нам понравилось, было весело. С вами были Пуховик и Ткат Энфрис. Всем пока. Если холодно зимой, покупай ты пуховик. Если денег дохуя, покупай ты пуховик. Он спасет тебя всегда, твой китайский пуховик. Ты видосы зацени, поставь лайк и подпишись.